В доме Сергея Яковлевича Жаркова гости – частое явление, но сегодня особенный повод. Ветерану Великой Отечественной войны, орденоносцу и участнику Сталинградской битвы исполнилось 102 года. Стараемся постоянно его навещать. День Победы, он у нас участник Сталинградской битвы. Тоже поздравляем. Приходим с волонтерами, с активистами, с волонтерами Победы, с активистами РДШ. Вот, поздравляем от Совета ветеранов, от Центра военно-патриотического воспитания. Именинник с утра в отличном настроении. Гостям он всегда рад, будь то родные или малознакомые люди. Приятно внимание, приятно, когда не забывают. Спасибо, 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 мои хорошие. Держите. Сергей Яковлевич – кавалер орденов Красного Знамени Отечественной войны, награжден двумя медалями за отвагу. 102 года – возраст солидный, есть что вспомнить, но вспоминается в первую очередь война. Особенно тяжело было под Сталинградом. Голову ранен, поясницу ранен. Как остался жив, я даже сам не знаю. Откровенно скажу. Да. Вот до сих пор живу и говорю – как я остался жив? Он же служил в разведке, вот он сейчас тут спонтанно так рассказывает. Он служил в разведке, вот, ранение получил, будучи наблюдателем под танком. Лежал под танком, его оставили, и вот шальным снарядом, это первое его ранение было. Про остальные он сейчас вот коротко немножко рассказал. Уникальность его в чем? Вот 102 года человеку, и вот он это все помнит. Ну, у него сейчас эмоции видели, да. Пройдя ад, увидев боль и смерть товарищей и оставшись в живых, уже после войны Сергей Яковлевич получил главный подарок своей жизни. Встретил свою супругу Валентину Васильевну. Они и сейчас живут душа в душу. Есть дети, внуки, правнуки. За плечами 67 лет счастливой жизни. Ходят к нам каждый день родные и близко родные, самые дети. Так что у нас очень-очень внимательные родители, все родственники. Не знаю, может быть, есть и какие люди другие лучше нас живут, но мне хватит. Мы столько лет прожили, и где бы мы только зим не бывали, вот на встрече ветеранов, куда... Поехали, и я еду с ними. Везде встречаемся, везде. Очень-очень хорошо. Прожить так, чтобы не о чем было сожалеть Сергею Яковлевичу, это удалось. И в свой 102-й день рождения он, как и раньше, с удовольствием подпевает любимой песни, написанной будто бы о нем. Я люблю тебя жить, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы усталым. Я люблю тебя жить и хочу, чтобы лучше ты стала. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.